Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем весенний репортаж в Pigeon EV, видеоприложении «Голубятни онлайн» на компьютере, моего портала из Голубру и канала на YouTube «Голубицкий». Сегодня мы поговорим опять о необычном гаджете, необычном, поскольку он очень редко всплывает в моей тематике. Речь идет о Gemini Magic Box ADRS 120D. 120D – это Full HD мультимедийный проигрыватель с функцией записи и встроенным DVB-T-тюнером цифровым. Ну, как вы поняли, это та маленькая штучка, которая может проигрывать на свете различные фильмы в разных форматах. Последний раз, насколько я помню, я писал вот об этом. Вот об этом. Саратеке, Эбикс, большом Эбикс, который находится в моем семейном хозяйстве, и которым я практически не пользуюсь. Хотя в нем жесткий диск на терабайт, куча фильмов там написано. Но все фильмы я все равно смотрю с ноутбука, который подключаю через HDMI к телевизору. Причем подключаю я via Sony, потому что у него по проводу идет звук и аудио, и видео. А вот на моем MacBook Pro фигли не получается. Может, дело, конечно, в коннекторе. Коннектор там же нету HDMI входа. Там мини-DV проприетарная Apple-овская. Вот этот мини-DV видео передает, а аудио не передает. Надо подключать колонки отдельно через вход. Line-in, короче, муть через VAI все это смотрю. Хотя, наверное, удобнее было бы через это. Не хочется иногда таскать ноутбук, перекоммутировать все, соединять. В общем, дребедень. Ну, а вот эта грабяра такая большая, хорошая, и года 4 или 5. В свое время я писал и о маленьком Ibix, вы помните, а и тот, и другой на чипе от Sigma. Оба, конечно, безнадежно устарели, эти чипы. Та маленькая коробочка всем была хороша, кроме одного. Она не то, что только High Definition не показывала, но и дергала иногда и обычные авишки, там, X-видовские или DivX-овские, закодированные. С этим проблем не было. Играет он все-все-все, но тоже подергивает. Ну, что ж поделаешь, ограниченность чипа. Короче, прошло время, и вот мы сегодня получили возможность лицезреть гаджет нового поколения. Этот проигрыватель с функцией записи, с шифтом. Я сейчас потом покажу его у телевизора, подключу, и вы посмотрите, как он там все это проигрывает на самом деле. Вот он, такой маленький красавец. Вот. Ну, я бы не сказал, что он такой совершенно микроскопичный. Он в два раза толще, чем тот Саратек 4-летней давности. Но зато и по возможностям он, извините, на порядка два, наверное, продвинутее, чем старый. Давайте посмотрим. Ну, первое. Gemini 120D использует, тут называется процессор, чип, бюджетный чип, так скажем. Это Realtek RTD 1283DD, 400 МГц. Значит, бюджетность его заключается в том, что он хуже топовых серии SMP 8640, 8642, 43 от Sigma, Sigma дизайна, который стоит в знаменитых, популярных в России дюнах, которые любит Козловский описывать. Ну, дюны там 667 мегагерцовый процессор, еще сопроцессор 333 мегагерца, да, против 400 у Realtek, да? Ну, явно такая частота позволяет говорить и о том, что картинка будет более плавная. Blu-ray идеально показывает все на топовой Sigma проигрыватели. Вот этот, насколько я знаю, Blu-ray вообще не играет. Ну, больно было бы надо, только, может, большим киноманом. Я Blu-ray ничего не смотрю. Я вообще кино смотрю, в отличие от Антонелло. Антонелло смотрит Blu-ray, а я смотрю кино. Мне интересно кино. Я могу и в такой маленький экранчик смотреть. Мне главное смотреть, как там что происходит. А Blu-ray мне... Не буду нехорошие слова говорить. Короче говоря, к тому, кто надо Blu-ray и вообще
весь он такой крутой киноман, как ему кажется, он идет, покупает большую дюну, стационарную, делает домашний кинотеатр и кайфует. Те, кто живет мобильно, ездит на дачу, хочет смотреть кино без всяких ноутбуков, а используя вот этот маленький гаджет, он может сюда воткнуть тут два USB-хоста, можно воткнуть флешку, он вообще всеядный, флешку, USB-диск, сеть, можно по LAN-у подключиться, он может, он в интернет ходит, торрент качает, HDMI выход. Вот, скажем, у меня в этом моем допотомственном сортеке даже HDMI нет, смотрите. Где тут вверх-вниз? Вот, пожалуйста. Коаксиальный только вход, если с видео вход, и DVI есть, вот, который днем с огнем уже не найдешь, никто не использует. Ну, я с видео. HDMI нет. Ну вот, ну и в маленьком там Саратеке тоже не было. А здесь все есть. Все наличествует. Так вот, естественно, качество звука похуже на чипе Realtek 1283DD. Естественно, картинка не такая запредельно классная. И глубина цвета, говорят, у Sigma повыше. Да, повыше. Ну и стоит она, Дюна, в 5 раз больше, понимаете? Вот это 3500. Соточка там с хвостиком баксов. Положил в карман и пошел. Подключил любую флешку, диск. И вон телевидение можно. Ну, правда, это не поведитесь, не аналоговое телевидение. Есть у Gemini большие такие боксы, типа Саратека. Вот там поддерживается аналоговый тюнер. А здесь только цифровой тюнер. Не знаю, где там его можно использовать в России. Ну, можно. Подключил все это дело кино и через HDMI к любой плазме, любому жидкокристаллическому телевизору и смотри себе в удовольствие любые фильмы. Поддержит он все. Вот почему такой популярный этот чип, он не новый, ему два года, с гаком 2 года и 3 месяца, по-моему, вот этому RTD1283 чипу. Но вот он пользуется большой популярностью, гаджеты на его основе пользуются популярностью, потому что он всеядный и очень хорошее сочетание цена-качество. Формат видео MPEG 2.4, ну, естественно, аудио MPEG 1 Layer 2, поддерживает форматы MKV, морковку, RM, RMVB, MOV, FLV, FLV, MP4, ASF, WMV, Windows Media, видео, да, AVI, M2TS, это AVCD, то есть можно смотреть снятые на Sony и Panasonic видео в High Definition, DAT, MPG, MPEG, M4V, ISO, образ, IFO и VOP, это, значит, DVD, TS, TP, TRP, короче, все, кодеки, H264, MPEG-1.24, XVID, DIVX, VCD, SVCD, допотопные 15-летней давности, Windows Media, WMV9, Real Video 8.9.10 и MGPEG. MGPEG 640 на 480, 840 на 480 тоже хорошо, потому что многие фотоаппараты пишут на этом JPEG-видео. Тоже можно посмотреть. Аудиоформаты AAC, Apple-овские, да, AC3, DTS, FLAC, Lossless, OG, RA, RM, MP3 и WAVE. Ну, замечательно, замечательно, замечательно. По сравнению с проигрывателями первого поколения, небо и земля. И вот эта коробочка, которая будет играть все, ну, все, кроме Blu-ray, вот, за такие деньги, изумительная, нужная вещь в хозяйстве. Вместо того, чтобы вот Саратек я бы использовал. Тут вот все фильмы, много несмотренных фильмов на нем. Ну вот больно мутный, больно здоровый он какой-то, больно муторный. Таскать его, переносить, я же все время мотаюсь. То в Индию, то в Молдавию, то на море, то еще куда-нибудь. А вот такую я бы с удовольствием взял с собой. С удовольствием. Подключил ее к любой плазме, к любому телевизору стационарному. Пошел в гости. Включил, показал. Не всегда в ноутбуком пойдет в гости. А так можно раз сюда флешку и пару фильмов показать. Смело рекомендую читателям. Смело рекомендую. С учетом очень неплохой цены. Очень достойного чипа. Realtek 1283. Ну и, в общем, неплохая такая. Gemini наши ребята. Хороший АЕМ.
пытаются изо всех сил следить за недостатками. Смотрю прошивки. Прошивки свеженькие, появляются часто. Вот для этого конкретного устройства. Первым делом, что я сделал, это пошел смотреть, какие прошивки есть. Есть прошивки. Около 5, по-моему, 5 новых обновлений было с первого релиза. Так что люди следят, на форуме отвечают. Если проблемы, можно расковырять. Ну, так много на форумах, посвященных вот этой теме. Это просмотр видео через вот эти специальные плееры. Эти армии дюноведов, дюнолюбов, дюнофобов, риалтекофобов, риалтеколюбов. Их развелось какие-то уже холивары сплошные. Короче, чтобы ориентироваться в этом огромном мире, надо быть проще. Хотите high-top-end, берите что-нибудь на Sigma SMP 8640 серии. Дюну или там еще много всяких других. Я не мастер, это к Козловскому. Хотите хороший, надежный гаджет с максимальной функциональностью, лучшее сочетание цена-деньги в районе 100 баксов, берите что-нибудь типа Magic Box G-Mini. Они, конечно, не одни на рынке, но я получил огромное впечатление. Достойнейший гаджет. Вот основной экран программного обеспечения G-Mini. Это последняя прошивка 0.82 апрельская 2011 года. Съемка вообще напоминает мне первую экранку в моей жизни. То бишь она и есть первая экранка. Давайте начнем с настроек. Вот здесь. Итак, мы выбираем регион для цифрового телевидения, которого у меня нет, поиск каналов, редактирование канала, все это пропускаем. Аудио. Определяем цифровой выход. Ну, у нас через HDMI все идет. Видео. Формат 16:9. Настройки видео. ТВ-вход для DVD. В данном случае PAL. Выбираем цвет субтитров. Запись. Поскольку, как вы знаете, G-Mini – это маленькая коробочка, способна записывать по расписанию и программы телевидения, и любой другой эфир, в частности, интернетский, то мы выбираем стандарт play, или high play, или slow play, а также сдвиг по времени. Включить или выключить. Shifting, так называемый. Дальше. Настройки сети. Здесь есть через DHCP или вручную. Ну, вот через DHCP у меня ничего не получилось. Не знаю, почему. Я пытался. Ну, я думаю, это, видимо, что-то с моим рутером. Так что вот вручную вводишь IP-адрес произвольный, статичный, выдаешь для G-Mini. Маску, шлюз, DNS-сервер и вперед. Сохраняешь. Все тестируется. Настройки Wi-Fi. Настройки FTP, логин, пароль. Это для торрентов. Выбираешь сетевое имя для устройства, рабочую группу, NFS. Ну, все стандартное. Торренты можно включить, выключить. Мы не будем это тестировать. Здесь обычный линуксский такой торрентик стоит. То есть, давайте, почему не... Давайте включим, посмотрим. Я его, кстати, ни разу еще и не смотрел. Ну, за ненадобностью. У меня маршрутизатор Kinetic Zyxel качает все это дело. Активные задания, скажем, ну, 2 максимум. Количество пирс на задание 8, скорость загрузки, ну, почему 50, давайте как-нибудь побольше. Вот 500 максимально, но у меня 4 мегабита в секунду канал. И скорость отдачи 5 килобитов, очень благородно. Рейтинг поддержать не удастся, но зато эффективно. Система. Русский язык. Дату и время мы устанавливаем. Либо их можно закачать через цифровой канал телевидения, либо через интернет. Фото. Интервал слайд-шоу в секундах. Эффект наплыва. Нужен, не нужен. Фоновую музыку, если желаете. Ну и все. Выходим. На пульте есть кнопка Return Back. Возвращаемся. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Первое – это план записи. Здесь мы размещаем, добавляем задания по расписанию. Он смотрит, сколько свободного места есть у нас на USB, сколько можно записать туда в high quality, standard play, long play. Далее мы выбираем
TV или AV вход, начало, продолжительность и так далее. Ну, стандартное все это на всех плеерах. Люди это все знают. Дальше у нас TV AV. Ну, в данном случае композитное видео. Не стоит у меня композитное видео, не стоит у меня цифровое телевидение, не подключено. Home – это место, куда мы попадаем при загрузке по умолчанию. Это просмотр. Сейчас мы это ставим напоследок. Давайте дальше пойдем в интернет-сервисы. Тут довольно забавно. Почему-то он вылетел у меня из фокуса. Так, ну давайте интернет, ТВ и радио. Это забавно. Я думал, это не будет работать. Интернет, ТВ. Ну давайте вот так, например. Давайте глянем на русском языке. Будем проще. Ну, что такое АМТВ, Мир ТВ? В глаза не слышал и не видел. Я вообще телевидение смотрю. Ну вот забавно, что это такое. Это он качает из интернета стрим. TuneIn. Таким образом отвечает. И вот пошел канал. Обед длится долго? Да, обеды обычно длятся долго. Ну, что ж, замечательно. Неинтересно, но замечательно. Мы хорошо узнаем наших партнеров и затем даже приобретаем друзей. Это недоступно, я пытаюсь выйти отсюда, а он мне говорит, недоступно. Что значит недоступно? Да, конечно, а как мне? Ага, вот так, нажимаю на Home, и все становится доступно. Так, ну, с интернет-ТВ вы поняли, фотографии, у меня ничего не закачано, ну, просто можно просматривать фотографии, новости, развлечения. Давайте посмотрим, какие у нас новости. Вот новости Gemini. Ну, что они нам скажут? Оп, internal service, server error. Это сбой на сервере Gemini. Ау, господа, поправьте. Возвращаемся назад. РБК новости, что нам скажут? Главные новости дня. Ну, все замечательно. Сторонники Каддафи атаковали. Все новости можно посмотреть. Кому не хватает газеты интернета, журналов обычного телевидения и радио, вот может еще через приставку поднабраться информации. Коммерсант новости, РИА новости, новости Лента.ру. Все это встроено и это радует. Погода. Крупнейшие города. Москва. Ну что, отлично, информативно, все есть. Добавление своих RSS, и можно даже RSS закачивать и смотреть. Хорошо. Вот что такое интернет-радио. Интернет-радио. Sky, Soma. Что такое Soma? Не знаю. Soma какая-нибудь такая. Ну, doomed. Обреченная у нас Soma. Dark Music. Вот она пошла. Halloween Dark Industrial. Круто. Любую радиостанцию, значит, можно подловить, послушать. И все это наша маленькая коробочка творит. Какие-то запредельные, конечно, технологии. Лет 10 назад скажи, что такое будет возможно. Ты никогда бы я не поверил. Короче говоря, вот это все подсобные функции. Замечательные, интернетовские, радующий глаз, ухо. Что еще там? Слух, нюх. А теперь давайте займемся главным делом. Займемся, посмотрим какое-нибудь кино. Что у него есть? USB. USB 1 и USB 2. Но USB 1 у нас находится, вон эти всякие мусор макинтошевский, узнаете? Trash, Temporary, Spotlight, все ясно. Это флешка. Это недоброй памяти Гарри Поттер. Это вот новый Мастер и Маргарита. Ну давайте обычный AV, посмотрим, как это все идет. Я удивлюсь, если он не будет работать. Это настолько всеядный чип. Ну,
Экранка, ну, прямо настоящая. Занимаемся нехорошими делами. Так, выходим. Не будем это смотреть, тут все ясно. И давайте вернемся еще немножко назад. А как мне попасть назад? Недоступно. Через Home, что ли? Ничего умнее я не придумал. Поэтому давайте попадем на второй USB. Вот это 1-терабайтный диск. Я хочу посмотреть, там есть парочка high definition-ов. Давайте посмотрим. Я вообще никогда не смотрю практически в HD. Как-то мне это не очень интересно, не знаю почему. Ну, кроме каких-то самых любимых фильмов в зрелищном отношении. В частности, вот есть один такой «Парфюмер». Обожаю эту книгу, обожаю этот фильм. Тот редкий случай, когда кинематографическое воплощение находится на столь же высоченном уровне, что и художественное литературное произведение. Итак, куча всякой ерунды. Давайте это. Ну, обычные AVI мы смотреть не будем, можно не сомневаться. Все тут будет. А, вон он. Это морковка MKV. Как видите, просто, без разговоров, мгновенно все понеслось. Давайте функцию 15 секунд вперед. Константин Филм представляет. Недоступно. Не шагает он по 15, а просто ускоренный вперед. А, вот. Двойная скорость есть. Все замечательно, чудесное качество, без единой задержки. Экранка у нас мировая получается. Это не Full HD, это где-то 1280 точек. Ну, я думаю, у него без проблем будет и Full HD. Ну что, под огромным впечатлением я от этого маленького гаджетика. Удивительный чип за 3700 рублей. Вы меня извините, ну, практически даром. Прошу любить и жаловать. Gemini.